Доброго ранку, прокидайтеся разом з нами. Нагадую, що сьогодні також відзначаємо День пізнього кохання. Детальніше про інститут шлюбу після 30 років поговоримо із нашою гостею, психологиною Ларисою Мошинською. Доброго ранку. Здравствуйте. Доброго ранку. Сьогодні ми балакаємо саме на таку тему. І хотілося б з'ясувати, напевно, таке перше запитання буде, чи можна стверджувати, що от шлюб у пізньому віці щасливіше, ніж у ранньому віці? Ну, надо тогда определиться в понятиях, что такое поздний век. Да? Если это после 30, вы считаете поздний, да? Вот это имеете в виду? Так. Потому что не до 20. Ну и не после 50. Так. Ага, потому что если после 50... Там совсем еще третья категория. Да, совершенно верно. А вот в таком как бы зрелом возрасте, то, конечно, ну мы же как-то все равно стремимся в Европу, как бы там ни было, да? И поэтому... женщины рожают в Европе где-то до 30 и после 30, да, и вы заметили, наверное, тоже, что и у нас, вот ваши друзья, может быть, дети наши, да, вот они выходят замуж уже не в 18 лет, ну, по крайней мере, это такая редкость, если 18 лет, а так вот 27, 28, 29, 31, и вот, соответственно, как бы и материнство где-то вот в это время. Я думаю, что это такой более взвешенный какой-то подход к своей жизни, скорее всего, да, но он, наверное, не так эмоционален, как когда-то, потому что 18 лет и 20 лет все-таки отличается, правда, по опыту, по... И уже людина більш зріла для цих стосунків, нема такого емоційного колебання. Совершенно верно. И многие же люди сначала карьеру, то есть как-то обеспечить, особенно если это мужчины, да, и только потом немножко уже можно так что-то строить. Ну, а когда 20 лет, то, конечно, это только чувства, они превалируют, как бы, и покрывают все. Ну, в этом есть свой... И на ніяку кар'єру часу, як правило, не залишається. Да, или если не залишається, то, по крайней мере, ну, это в приоритете любовь, да, ну, мы же понимаем, что чувства имеют такую склонность стихать как-то вот со временем. А кар'єра, вот, она как бы остается. А якщо говорити про шлюби після 50 років, тому що, ми знаєш, є така категорія ще, що з приводу цього можете сказати? Ой, це взагалі здорово, мені кажеться. У мене просто є такі знайомі, которые вот поженились после 50, ну, мне кажется, что это очень круто. Они даже дом построили, представляете себе? Вот так вот, да, потому что, ну вот, где вы видели, чтобы люди после 50 лет начинали стройку? Ну, правда же, ну, как-то нет, это разве для детей, там, вот что-нибудь такое. А вот эти люди для себя построили дом за годы 7 месяцев, между прочим. Такий шлюб щасливий, вже це навіть більше, ніж... Да, це навіть більше, я согласна з вами, тому що взвешеність другая і ціна другая, понимаете, да, тому що якщо люди вже пройшли, ну, в общем, пройшли какой-то путь, і, ну, он был разный. Вот они точно знают, что потребно самим, чего не вистачає, або навпаки. И они берегут тогда, понимаете, да, они уже не так в отношениях импульсивны, или не так риски, или не так нетерпимы, потому что это уже было. Да, и теперь уже... З'являється зовсім інший рівень піклування. Да, другие чувства. И когда, ну, в общем, хочется порезать яблочко. Понимаете, для другого. Это круто, я считаю, вообще. А які взагалі можуть виникнути складнощі у пізньому одруженні, можливо? Пізньому, після 30 ви маєте в виду? Так. Ну, якщо після 30, то тоді вот эта же робота, про яку ми говоримо, да, вот она очень часто может выступать, потому что таким камнем преткновения, потому что оба, если человека делают, ну, хотят зарабатывать, например, или хотят самореализоваться, или хотят, ну, как-то быть представленными в обществе. А же дети, да, поэтому вот это противоречие, кто сегодня сидит с ребенком, кто забирает из школы, кто там, хотя сейчас, видите, это настолько хорошо, есть няни, есть помощницы, есть, ну, короче, все есть, как бы инфраструктура так подтягивается к этому, да, к таким задачам, потому что задачи существуют. Ну, может быть, кроме такой, как бы конкуренции, вот конкуренция здесь, это не такое немаловажное такое понятие, потому что, ну, как бы мне говорили, нет, конечно, я тебя дам люблю, и вот все-все-все. Но она присутствует, да, и это раз. И второе, это когда женщина... Это больше зарубляет, да, кто больше вкладывается. Да, я только хотела сказать, да, потому что, ну, это тоже такие конкурентные какие-то вещи. Но еще вот такая...
когда женщина зарабатывает, да, хоть если она зарабатывает, то она же вот эту женственность такую оспиванную в природе, да, она же ее теряет как бы немножечко, да, потому что ей надо, вижу цель, не вижу препятствий. А это уже человечья такая врагатая. Да, и тогда живут двое мужчин, ну, один в юбке красивый, вот как я вот сегодня, да, и, а, но тем не менее он все-таки с таким как бы характером, да, и это тоже, ну, как бы так важно, потому что это же надо, чтобы стало комплементарненько, да, чтобы... Ну, щоб зжитися з цим. До речі, як подолати такі проблеми, аби все ж таки сім'я була гармонійною? Я думаю, що зараз, вот это не как когда-то. Я когда вот вспоминаю свою молодость, я понимаю, что когда какие-то такие были сложности, некуда было деться. А сейчас есть много всяких институций, куда можно идти. И психологи есть, и терапевты есть, и какие-то службы семьи есть. Там. Ну, то есть с этим можно что-то делать. Тут главное, чтобы хотеть это делать. Вот. Особенно мужчины. Потому что, ну, как бы женщины, они более, как бы, никого не хочу обидеть, конечно, но они более гибкие. Вот в принятии каких-то решений, в желании сохранить там вот. Человек, они такие больше в партии, так? Да, да, да. И они, ну, они даже, знаете, в партии называется, потому что, ну, они все знают сами, понимаете, да? У меня есть принципы. Да, да, сам да, знаю, да, я да. Сам ну, а если тут валится и рушится, то как бы, ну, как бы не до принципа же, потому что, ну, вот так. Ну и даже, понимаете, после 30 лет есть еще одна такая существенная, я что-то не знаю, не вспомнила про нее, но особенность, потому что если это второй брак, ну будем думать, что это где-то после 35-7, да, то есть то женщина... Перший был десь у да, юному такого? Да, да, или даже если он был не в юному, а в каком-то там 28, допустим, но не сложилось там, да, и теперь женщине 38 лет, то вот, понимаете, она не хочет замуж, вот что. Она попробовала, что она может себя обеспечить, и как бы что она может прожить как бы и вполне неплохо, и она вообще не готова. И... Снова впадать в роль дружины. Да, да, снова да, да. Выпадать. Я даже недавно писала про то, как женщина одна проводила Новый год. И знаете, вот если когда-то, ну, вы слишком молоды, чтобы понимать про когда-то, но как бы если 10-15 лет еще назад, да, ну, когда ты сам встречаешь Новый год, ну, это как-то так немножко драматично, и как-то так хочется посочувствовать, а сейчас нет. Зараз навколо тебе 15 кишок. Наверное, три бутылочки шампанского, телевизор, там звонки, телефон, и тебе очень как бы неплохо. И она говорит, я себе плохо представляю, чтобы кто-то здесь ходил еще на кухне. Вот это прямо такая целая нота, такая существенная. Чи можно соважать цілісністю певною характеру людини? Чи... Понимаете, как мы думаем, из чего мы идем? Чтобы человеку было хорошо. Если ему так хорошо, ну вот о тех людях, о которых я сейчас говорю, я прям буквально говорю про своих клиентов, ну, вот им как бы хорошо. Цілісність и самодостаточность. Все достаточно, да. Может быть, я говорю, что, ну, а как же там, ну, как-то старость, вот это вот все. Не, ну, конечно, хотелось бы вот как-то, но пока вот не встретился как бы тот человек. Ну, не знаю, встретиться или нет. Все-таки життя покаже. А які можете дати поради стосовно тих людей, які вступають у пізні шлюби, для того, аби вони були гармонійні? І дві особистості, скажімо так, не просто сформовані, не просто зіпсували там один одному життя якимись своїми там конфліктами, своїми принципами, як сказав Дмитро, а от дійсно стали однією такою гармонійною парою. Ну, розумієте, я так нічого нового вам не скажу, просто його складно зробити все одно. Ну, надо слышать другого человека. Ну, понимаете, а это такая, это целая, ну, такая способность. Вот ее надо как-то развивать. Потому что это же, как бы, я тебя слышу, знаете, вот как это выглядит? Когда ребенок маленький к папе обращается, папа читает газету или смотрит в телефон, и он говорит, папа, да-да-да, я тебя слышу там, да? До тех пор, пока он не оторвет свой взгляд от телефона и скажет, да, я тебя слышу, то вот это надо. Это так... Не слухати, для начала не... а чути не да, 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 потому что, ну, как бы, люди же, когда взрослые уже, то они могут договариваться, и это их сильное преимущество очень большое, это их шанс, я даже сказала, договориться.
вот, о том, что они хотят. Они могут хотеть разного. Один хочет на Бали, а другой хочет там в Карпаты или хочет остаться дома. Тому береться якийсь середній вектор, і вони вдвох залишаються в Черкасах. Совершенно верно. Їдуть кудись на Мадагаскар, наприклад. Не знаю, не знаю, потому что надо так найти такой вариант, а количество вариантов безгранично, который бы устроил другого. А у нас, как говорят, давайте придумаем компромисс какой-то, да? А компромисс это, ну, это я все равно не, ну, не удовлетворена. Это все равно как бы да, но нет, да? А когда да, но нет долго, тогда будет брак, как вы там сказали, после пізній брак буде. Ми вам дякуємо за спілкування, за поради і сподіваємося, що ті пари, які знайшли своє кохання після 30, а можливо навіть і пізніше, будуть все ж таки щасливі і гармонійні у таких стосунках. Я теж так думаю.